Свет, представляешь, он назначил мне встречу. Кто, твой маньяк? Свет, ну сколько можно? Можно? Он нормальный парень, стихи. Да нормальный парень, пацаны, с ним знакомиться. Да ты отстала от жизни, оглянись, теперь только так и знакомиться. Точно, и месяц потом переписываешь. Ой, 3 недели, между прочим. Да ты пойми, Маш, твой маньяк либо страшный, либо без денег. А может, и все вместе. Да никакой он не маньяк, и вовсе не страшный. Посмотри, рост 180, брюнет, не дурак и не урод, видишь? Ну, раз так написано, значит... Света! Да это писание подходит под половину нашего офиса. Вон, не дурак и не урод. А может, и стихи пишет. Да и вообще, ты когда на свидание пойдешь, напиши, что будешь в одном костюме, а надень другой. Не поняла, зачем? Понравится. Извини, испачка, переоделась. Нет, свалишь, он и не заметит. А если он тоже переоденется? Не переоценивай, он урод и без денег. В городе ночном горят светофоры. Иногда утра задернуты шторы. После нашей ссоры номер недоступен твой. Радиоволна, машины навстречу. Я пишу тебе простые словечки. Я люблю, ответь мне, и рифмую все с тобой. Набираю до зари.